основном по поводу гаджетов, это к моей дочке, вот, которая, она в этом разбирается, у нее в телефоне очень много разных приложений интересных, и она в этом разбирается. Я обычный пользователь современных технологий. Вы знаете, технологичные особо не дают. Еда это вообще зло. Больше надо заниматься спортом, оздоровлением, Зачем мы с грузинами разговариваем? Я не понимаю. Мы уже поговорили. Что здесь грузины делают? Это чемодан. Такой небольшой чемодан. Есть инвентарь, еще портрет, который сами выбирали. Сами выбирали чемодан? Это все подарок. Все в руках тех, кто желает. Я думаю, что у нас новая грузинская звезда появится благодаря Ване, потому что он потрясающий актер, он очень многоплановый, он очень вообще трудоспособный. Это новая звезда. Спасибо большое. Настоящие парни, идущие Вот. Что касается фильма, ну, это «Ананасовый экспресс» в этом стиле. Кино не для всех. Вот. Не смотрите этот фильм, не смотрите. Давайте смотреть, конечно. Посмотрим, все волнуются. Кино за себя все скажет. Добрый вечер. Я прошу прощения за задержку. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Сегодня разделить очень важный вечер для нас. Я хотела бы пригласить всю нашу съемочную группу на эту сцену. Хочу предоставить слово очень важному человеку в нашем проекте, самому важному, это Кириллу Кузину, это режиссер наш. Игорь, пожалуйста, на сцену. Мы снимали проект в Праге, к сожалению, очень большая часть съемочной группы находится в Чехии. Здесь сегодня присутствует группа российская, московская. Выстраиваемся. Российская, простите. Казахская. И казахская, да. У нас интернационал полный, поэтому, знаете, мы уже хочется охватить всех, и поэтому путаюсь в словах, простите, и нервничаю. Еще спасибо. Не вижу. Давайте не стесняемся. Все. Игорь. Ну как, художник-постановщик? Ну, пожалуйста. Давайте, давайте. Будем уговаривать тебя как маленького. Пожалуйста, давай. Вова Губцова, прости, у него нога болит. Наталья Расторопова, генеральный продюсер фильма. Спасибо. Очень легко родили этот фильм, вот, долго-долго его воспитывали, вот, и сейчас он перед вами вот такой вот уже, я надеюсь, зрелый, сильный, веселый. Хочется сразу предупредить, что юмор, как это мои друзья всегда, вот они там есть, друзья мои говорят, что юмор экспериментальный, вот, поэтому здесь Митя Хрусталев, он всегда говорит, что если вас просто улыбнуло, то вы ржите. А если уже время ржать, то катайтесь по полу. Нам это очень поможет, хотя бы, чтобы почувствовать эту радость. Значит, на самом деле большая часть съемочной группы находится в Чехии. Там в основном все специалисты, ну, за исключением самых главных. Все художники и все главы департаментов у нас были наши, московские. Значит, я, с вашего позволения, представлю, начну с них. А кто не ядцам, попозже немножко, вот они там опаздывают. Вот еще один бежит, тоже случайно зашел. Ну, для начала, где родной? Вот он, оператор-постановщик Бехамрай. Автор сценария Лида Раневская. Композитор Юра Патиенко. По машинам я знаю, что ты здесь.
Дальше. Да, художник по костюмам Вова Купцов говорит, что болит нога, но, видимо, стесняется. Здравствуйте. Кто все эти люди? Можно я департаментом буду? Так, так проще. Поскольку Фрэнки Ризика First ID нет, вот, мне за них тяжело говорить. Там еще был один замечательный человек Марик и еще одна девушка, которая раньше играла в сборной по волейболу. Вот, сейчас она тоже работает режиссером, да, и снимает кино. В сборной чешской по волейболу. Давайте тогда по очереди. Значит, Дима, генеральный директор «Росоружия». Две барышни милые, которые сегодня с утра попросили, чтобы все-таки кино состоялось. Они занимались полностью всем постпродакшеном. Маша, Анита. Маша Базанкина. Да. Вот. Андрей Мяснянкин, Color Kitchen. Да. Человек разукрашка. Да. Господин Песков, ну, думаю, что не нужно представлять. Он сыграл маленькую эпизодическую, но очень важную роль. Значит, парень, который правильно расставлял фонари и учил этому Чехов, хотя сначала казалось, что они его. Алексей Бычков. Вот, сейчас выведу девушку, она, ну вот, фильм «Залетчики», еще и про нее. Анечка нам очень помогла иногда. Вас пока не буду. Продюсерская группа Людмила Шипулина, Екатерина Протопопова, Маша Голготова, прекрасная работа с актерами. Лена. Да, Лена. Ну и как всегда, кто хулиганит? Конечно, Илья. Да. Кто спрашивал про курьезы на площадке, мне кажется, наши главные герои просто поставили на уши всю Прагу. Вообще, чехи бы очень были рады, когда мы уехали, когда мы закончили съемки. Они начали спать спокойно. А теперь, наверное, наши чудесные актеры. Да, давайте артистов представим. Ну, значит, звезды настоящие, не побоюсь этого слова, они рвали меня на съемках. Надеюсь, порвут также экран. Ваня Тугуши, Илюша Глинников и Катя Кузнецова. Выходите, выходите, выходите. Ну, выходите, поклонитесь людям, подпрыгнуть. Потом уже уворачиваться нужно. Поклонитесь людям, поклонитесь. Да, ну, Гоша Куценко. Гоша, огромное спасибо, потому что очень приятно работать с профессионалами на площадке. Вообще у нас прекрасная команда. Да, нет Лехи Горбунова, он где-то там сейчас летит из, да, из Парижа в Тверь, видимо. Да. Нежная, обаятельная Екатерина туда, Кузнецова. Ваня Галыгин, он на Паралимпийских играх, ну, надеюсь, что ведет что-то. Да, Вадик тоже большая умница, спасибо ему. Вот, Виктор Александрович Вербицкий не вижу, но надеюсь, что здесь. Да. Человек-гора. Самый маленький в нашей съемочной группе. Еще большое количество людей работали над этим фильмом. Я сейчас боюсь кого-то забыть. Кого? Я его представил. Вот, друзья, я надеюсь, что вам все это понравится. Очень нервничаю на самом деле, потому что ждали фильм реально 3 года. Ну и потом веселье. Праздник, радость, счастье. Пускай это все отвлечет вас от забот и от того, что где-то что-то не так происходит, как мы хотели бы. Все, мир. Приятного просмотра.